Игорь Жуков, Готфрид Бульонский. Один. Я выезжаю из города, закрываю глаза, боюсь увидеть тебя. Два. Вроде бы подо мной лошадь, величиной зайца, конек-горбунок, наверное. Три. Крестовые походы — это задержка взросления старого света, говорит Вольтер. То же самое любовь. Четыре. В двери ломятся голод, чума, отсутствие феноменальной любви. По любой из трех причин лучше выйти в Иерусалим, чем на улицу. Пять. Так хочет Бог, вопит Европа и слепо рвется на восток. Через Германию, Венгрию, Сербию. Рыцари, монахи, мастеровые, крестьяне, взрослые и дети. И я среди детей. Шесть. Турки-сельджуки времени не теряют. Не по душе им этот всплеск чужой энергии. Семь. Кровищи-то, кровищи. И все говорят, зачем, зачем. Восемь. Я выехал из города, не закрываю глаза, боюсь увидеть тебя. Девять. Я начинаю летать, но полет ужасает меня, этот персональный полет. Десять. Крестоносцы окружены в Антиохии. Турок-сельджуков по 100 на одного франка. Крестоносцы находят копье, которым был пронзен Спаситель. Турки-сельджуки разбиты. И я ищу копье. 11. Резня, 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 как у Агаты Кристи. 12. Думаю, что же это такое? А ничего особенного. Знал ведь, что вишу на ниточке. За 6 прошлых лет сожру 6 веков. Подвигом занимаюсь. 13. До стен Иерусалима дошло 20 000 из 300. Мне это так понятно. Мне хочется быть среди 20 000. Я не мазохист какой-нибудь. 14. Крестоносцы взяли Иерусалим. Я отказываюсь короноваться в городе, где Христа короновали терновым венцом, говорит Готфрид Бульонский, рыцарь без страха и упрека. Там, где распяли Христа, не может быть короля. Я не король. Я защитник гроба Господня. 15. В Иерусалиме живет мой любимый поэт Леонид Шваб. А вообще-то мы оба из Владимирской области. 16. В Иванове живешь ты. Страшное место. Я там из-за тебя уже 3 раза чуть не помер. 17. Но ведь 20-то тысяч дошло. 18. Я в другом городе, закрываю глаза, не закрываю глаза, только тебя и вижу.